как вы понимаете, в большой толпе, естественно, могут работать и вот эта категория наших воров. Для борьбы с ними у нас также задействуются люди, то есть специальные группы скрытого патрулирования будут. Лучше держать деньги на карте, ну, либо в кармане. В кармане, причем, это деньги и сотовые телефоны. То есть вот это бич, да, на что обращать внимание. Сумочки могут резать, сумочки могут и открывать, то есть там же застежка, она просто открывается. Поэтому в толпе, ну, очень сложно будет вам проконтролировать просто этот процесс. Основной вопрос, который обычно возникает вот на таких мероприятиях, это дети теряют родителей, и родители теряют детей. То есть граждане в нетрезвом состоянии, народу много, за детьми не следят, потом начинаются проблемы.